Коллеги, добрый день. Мы начинаем нашу презентацию. Позвольте представить, это Зоя Бей, старший менеджер по продажам, отвечает за Россию и за СНГ по продажам телефонии. Меня зовут Евгений Котельников, я продакт-менеджер по телефонии Link компании Epimatica. Сегодня мы хотим вам рассказать о новинках продуктовых линейках по телефонии этого года. Уважаемые дамы и господа и дорогие друзья, доброе утро. Меня зовут Зоя, и я представляю компанию E-Link как старший менеджер продаж в России и в СНГ и отвечаю за Ленинкурсы. Очень рада, что сегодня мы можем встретиться и поделиться с вами полезной информацией. И для начала я хотела бы короткий рассказать вам о компании E-Link. E-Link можно характеризовать трех ключевые словами. Инновация, возможности подключения и устойчивость. Мы ценим их на всех этапах. От разработки товара, управления цепочкой поставок, качества обслуживания клиентов. E-Link с более чем 20-летней истории развития. Мы специализируемся на три продуктовые линейки, то есть сип-телефонии, гарнитуров и видеоконференц-системы. До сих пор мы достигли значительных успехов. Первое, мы занимаем на первое место по долю рынка телефонии в мире с 2018 года по сих день. Это значит 6 лет уже. В прошлом году линейки видеоконференц-системы заняли третье место в мире объем поставок. Можно так сказать, что все у нас три линейки товары, E-Link стабильно развиваются. И в настоящее время рыночная оценка компании E-Link составляет 6 миллиардов долларов. В чем причина таких достижений? Из этих данных видно, что как технологическая компания мы значительно инвестируем в исследования и разработки. На данный момент в компании работают 2500 сотрудников. Половина из них являются инженерами. Мы обеспечим обновлять наши продукты, чтобы они оставляют на самый хороший уровень в мире. Именно благодаря этим причинам на сегодняшний день мы имеем более 100 дистрибьюторов в более чем 140 странах по всему миру. Наши клиенты превышают 500 тысяч. Конечно, E-Link также стабильно развивается в России. Посмотрите, пожалуйста, с 2022-2023 года рост видеоконференции повышался 130%, а гарнитуров превысил 100%. E-Link телефонии тоже занимает первое место в России уже 5 лет. Также долю E-Link занимает 6,5%. Поэтому еще получить расчет очень трудно. Но в прошлом году нам еще получить 17% роста. Поэтому я думаю, что у нас сейчас также можно сказать хороший результат получается. И также на следующий год мы надеемся еще роста будет. Сейчас на рынке, конечно, много брендов. Почему выбрать товары E-Link или телефонию E-Link? Теперь давайте посмотрим. Во-первых, мы можем гарантировать надежные поставки. Это очень важно. В условиях международной ситуации. Многие бренды сейчас уже вышли из рынка России, что снижает доверие клиентов. Но благодаря крепким отношениям между Россией и Китаем у нас стабильные поставки и отличная продажная поддержка. Во-вторых, как я сказал, мы вкладываем много в разработки товары, и наши продукты постоянно обновляются и достигают международные уровни качества. Кроме высшего преимущества по сравнению с другими брендами, конечно, у нас есть и дополнительное преимущество. Во-первых, в целях предотвращения недобросовестной конкуренции по цене на рынке и обеспечения прибыли партнеров, у нас рекомендуемая розничная цена, то есть РСР. Последний и самый важный момент заключается в том, что в настоящее время мы являемся одним из многих брендов, которые могут предложить более комплектные решения. От оборудования для универсальной коммуникации до ВГС. Заказчики будет больше нравиться выбирать единый бренд, чтобы красивее выглядеть.
Сейчас я надеюсь поделиться с вами информацией о стратегическом планировании E-Link на будущее, чтобы наши постоянные партнеры могли развиваться вместе. Первое – это универсальные профессиональные решения. Это может охватывать все виды использовательных сценариев с помощью простого и но профессионального решения. А во-вторых, это E-Link AI, третья серия. Это интеграция и интеллектуальные камеры, наилучшие обзоры. А третье – это безопасность. И четвертое направление – это устойчивость. То есть, помимо внимания к развитию рынка, мы также несем социальные ответственности за техническое внедрение, более экологические и прогонные для вторичной переработки производительных материалов. Ранее я упомянула о нашей регулярной инвестиции в исследование и разработки новых продуктов. Но мы также уделяем внимание изменениям на рынке. Поэтому в этом году мы упустили несколько новых моделей, которые более соответствуют рыночному спросу. То есть сейчас мы тоже видим, что спрос маленькие компании тоже растет. И, например, Soho, то есть, например, наши новинки это W71 и наши новинки для Wi-Fi телефонии. Поэтому в этом году мы еще упустили Wi-Fi телефонии и Text трубки начального уровня, а также база W75 Mini Multicell, которая могу снизить стоимость DM. Это экономит. И в следующий год мы также запустим ручку Wi-Fi. Поэтому в этом году я думаю, что такие новинки будут еще помогать наши партнеры забрать деньги больше. Так, а теперь разрешите мне представить наши представители Appymatica Евгению, подробно представить наши новинки. Спасибо за внимание. Да, спасибо Зое. Она рассказала о тенденциях, немножко рассказала о потребности рынка. Да, действительно, мы в последнее время сталкиваемся, рынку нужен недорогой продукт, который можно быстро развернуть. Как сказала Зоя, Wi-Fi уже практически есть во многих офисах, и в рынку требуется, особенно среднему SMB бизнесу, требуются недорогие устройства с поддержкой Wi-Fi, которые просто быстро развернуть, установить рабочее место. И такие беспроводные решения в этом году E-Link выпустил, которые закрывают потребность рынка. Об этом мы сейчас вам и расскажем. В первую очередь хочу сразу рассказать, что в телефонии E-Link много моделей. Настольные телефоны делятся на старшую флагманскую серию T5, которая также в этом году выходит, новинка IPM58. Серия T4U, бизнес-серия, в которой вышло два новых телефона T44W и T44U. И T3 серия, в которой вышло три новых телефона T34W, T31W и долгожданный телефон в белом цвете Light Grey, который мы все очень долго ждали, T31. Сразу хотел рассказать про нашу новинку. Мы ее ждали несколько лет. Кому она нужна? Это, конечно же, медицинские учреждения, это в образовании, это в гостиничном бизнесе, это в офисных средах, где есть требования по дизайну. Данные телефоны поддерживают питание по POE. Есть крепление, которое позволяет как поставить на стол, так и повесить на стену, например, где-то в медицинских учреждениях. Удобная клавиатура, есть замок Кенсингтона, и пластик устойчивый к повреждениям, царапинам. Можно ставить в общественных зонах, например, там, в приемной поликлинике, чтобы могли позвонить какому-то врачу, посетители. И, конечно же, есть переключатель холла. Как мы говорили, потребность рынка в недорогих телефонах с поддержкой Wi-Fi. E-Link выпустил несколько моделей, которые поддерживают Wi-Fi. Это телефон начального уровня с Wi-Fi T31W. Это экономический телефон с поддержкой Wi-Fi, 2,4 дюйма экраном и с лакированной стильной панелью. Многие люди сейчас выбирают не всегда по функционалу, но и по внешнему виду, по дизайну тоже выбирают предпочтение. Поэтому в Т4 линейке появляется телефон T34W с лакированной панелью акриловой и с USB-портом, встроенным для подключения, например, гарнитуры. Многофункциональные телефоны T44W, которые поддерживают Wi-Fi с помощью Dolby VF50 и T34W.
T44W, имеющий двухдиапазонный Wi-Fi, большой цветной экран и 8 BLF клавиш статуса. T31W, а как я уже сказал, бюджетный, всего $80 в розницу, с подсветкой экрана 2,3 дюйма, хорошо читаемый дисплей, конференция на два участника и двухдиапазонный Wi-Fi, подойдет для рядового персонала. Более продвинутый T34W уже многофункциональный, есть USB-порт для, например, подключения флешки для записи разговоров, для подключения гарнитуры. Сотрудникам, которых большой функционал требуется, мы предлагаем эти телефоны. Также поддерживают пятистороннюю конференцию, питание по PoE и 4 BLF клавиши со статусным значением. Новый телефон серии T4U. Это бизнес-серия T4U. На нее гарантия 36 месяцев, расширенная гарантия. Бизнес, инвестируя в T4U серию, понимает, что 3 года будет обслуживаться эти устройства с поддержкой от IP-матики дистрибьютора E-Link в России, платинового дистрибьютора E-Link в России. Есть 2 USB-порта, позволяет 2 USB-устройства подключить. T44W встроенный Bluetooth, можно подключить Bluetooth-гарнитуру, освободить руки. И 8 клавиш BLF значения. Также, как и во всей линейке T4, поддержка консоли модуля решения EXP43. Можно подключить до 3 модулей, но обязательно нужен блок питания, не забывайте, до 2-го и 3-го модуля. Это дает возможность 180 значений с индикацией записать на 3 модулях расширения. Плюс 8 на самом устройстве, даже для среднего размера компании, для секретаря, например, достаточно все телефоны внести в доступ и видеть статус абонента. Также хотел сказать о T44U, почему он функциональный. Возможности расширения масштабированность. 2 USB-порта позволяет подключить, например, если это T44U, который без встроенного Wi-Fi, по Bluetooth адаптеру подключить BT50 или BT51, например, гарнитуры Bluetooth серии BH E-Link. Можно по адаптеру VDD60 подключить гарнитуры WH серии Portable, которые новинки в этом году выходят в E-Link. Или, например, если в дальнейшем потребуется подключить Wi-Fi, как я уже сказал, через Wi-Fi адаптер VF50. T44W, также как 44, уже встроенный Bluetooth и Wi-Fi, можно подключать гарнитуры Bluetooth без адаптера. Можно подключать 2 USB-порта, подключать, например, USB-флеш для записи разговора и, если потребуется, например, USB-гарнитуру. И, как я уже сказал, до 3 модулей расширения оба устройства поддерживают. На данном слайде, коллеги, вы видите, как просто подобрать подходящую для ваших заказчиков модель. Если это, например, небольшие компании с ограниченным бюджетом, мы предлагаем для общественных мест для сотрудников начального уровня T31W. Если нужно экономически эффективное устройство с USB-портом для сотрудников, которым нужен многофункциональный телефон, мы предлагаем T34W. Ну и, конечно же, там руководители подразделений, мы предлагаем цветной многофункциональный T44W или, как я уже сказал, с модулем HN, например, секретарю на ресепшн. Крупные компании с достаточным бюджетом мы предлагаем уже рассмотреть для рядового персонала T34W, T44W с USB-портом, встроенным Wi-Fi. Для руководителей отдела подразделений настольный телефон T54W с цветным нонесенсорным экраном, с возможностью подключения DECT-устройств через DD10K USB-донгл. И руководителям компании и владельцам бизнеса мы, конечно, предлагаем T58W, телефон с видеоподдержкой, чтобы руководитель мог проводить видеоконференции. Есть также версия T58W Pro с беспроводной Bluetooth-трубкой. Также несколько слов хотел сказать о обновленной линейке T4U. Многие уже, наверное, заметили, что внешние T4U, все модели T43U, T46U, T48U, ну и, конечно же, две новых модели T44U и W обновились. Это отсутствие рычага сброса, нет механической клавиши, которая издает звуки, щелчки, и, конечно же, это механическая часть, которая может выйти из строя. Это заменено переключатель холла. Теперь все линейки T3, T4, T5 имеют переключатель холла. Только у E-Link и бюджетные, и дорогие модели имеют этот переключатель. Также изменены сетевые разъемы, изменилось название кнопок. И все телефоны T4U, которые произведены E-Link в 2024 году, они уже обновленным дизайном. Многие наверняка уже получали такие телефоны, обновленный дизайн. На мой взгляд, дизайн стал лучше.
лучше, стали красивее. Поэтому, коллеги, кто с этим согласен, добавьте плюсик в чат, кто уже сталкивался с обновленной T4U линией. Также мы получаем обратную связь от рынка, что для компании, у которой усиленные требования безопасности, компании, которые гостайны, компании, которые имеют коммерческую тайну, есть требования по безопасности, и для руководителей требуется функциональная мультимедийность с поддержкой видеоустройства, но должны быть отсутствовать беспроводные технологии, это Bluetooth и Wi-Fi. Такое решение у нас есть. IP-матика совместно с E-Link выпускает новый телефон IP-матика IPM58. Это тот же самый T58W, поддерживает видеоконференцию .. С 16 по аккаунту, большой цветной экран сенсорный, все запатентованные системы шумоподавления, эхоподавления, фильтрации и так далее есть, поддерживает 10-сторонную конференцию, есть USB-порта, возможно подключить 5-мегапиксельную камеру, которая CAM50 приобретается отдельно со шторкой механической приватности, поддерживает модуль расширения EXP50 и, как я уже сказал, отсутствует, физически отсутствует, нет Bluetooth и Wi-Fi и проверку безопасности компаний, которых требования по безопасности отсутствуют, беспроводных технологий, это телефон успешно пройдут. Мы ожидаем их в октябре, в конце октября, в начале ноября этого года, буквально скоро первая коммерческая партия этих телефонов уже придет. Несколько слов о политиках. Как я уже сказал, T44U и T44W – это бизнес-серия, поэтому на нее расширена гарантия 36 месяцев. На IPM58, T31P, Light Grey, T31W, T34W стандартная гарантия E-Link 18 месяцев. Будем все модели держать на складе в достаточном количестве. Даже большие проекты можно будет закрывать. Конечно же, стандартная локализация IP-матики. Это русские буквы на клавиатуре, это русские буквы на коробке. Внутри инструкция на русском языке и прошивка, качественно переведенная на русском. T31P Light Grey, T31W, T34W уже доступны на складе, можно отгружать. Как я уже сказал, первая коммерческая партия IP58 ожидаем в конце октября этого года. Ну и, конечно же, о чем сказала Зоя, про проектную политику, стандартная проектная политика на эти телефоны распространяется. Беспроводные DECT решения и в целом беспроводные решения для мобильных сотрудников. Потребность в бизнесе до сих пор сохраняется, сотрудники должны быть мобильны, на связи. E-Link предлагает следующее решение. Это, конечно же, классические DECT-трубки, в которых выходят две новинки этого года, W71H и W74H. Это, конечно, сингл-сотовые микросотовые системы. В микросотовых системах вышла мини-микросотовая система W75, конференц-телефоны с поддержкой DECT, конечно же, комплекты с новыми трубками, защищенные трубки по разным стандартам W59 и 57, в том числе 57 по IP67 защищена, можно до 1 метра, не более 30 минут погружать воду на наших каналах. Кстати, вы можете посмотреть презентации, где мы в аквариум топим эту трубку, на нее звоним, она абсолютно спокойно работает. Ассортимент оконечного оборудования для закрытия любых задач есть только у E-Link, потому что только у E-Link есть конференц-телефон с поддержкой DECT, есть настольный телефон T54W с поддержкой DECT, и у E-Link есть поддержка DECT-гарнитур. Как микросотовая, так и сингл-сотовая системы гарнитуры работают, как и основное DECT-устройство. На данном слайде, коллеги, визуально понятно, какую потребность заказчика предложить, какое оборудование. Если это небольшие офисы, склады, достаточно 10 устройств SIP-аккаунтов, мы предлагаем сингл-сотовое решение W70. Если помещение больше, можно добавлять до 6 репитеров RT30. Если требуется уже большое помещение, сотруднику нужно перемещаться по помещению и требуется бесшовный хендовер роуминг, мы уже предлагаем мини-микросотовую систему W75 до 20 устройств, 20 одновременных вызовов поддерживает. Если нужно до 100 устройств, предлагаем W80. Если есть требования до 250 устройств и, например, обязательная синхронизация по LAN, мы предлагаем более продвинутую, старшую мини-микросотовую систему W90. Ну и, конечно же, мы предлагаем W90 расширить системой VIM. Если
ваши заказчики, вы закладываете им, например, W90, мы всегда советуем, сразу предлагайте закладывать VIM, виртуальный интегратор от E-Link. Это поможет вам управлять системой, убедить заказчика, что для расширения вам в дальнейшем достаточно просто докупить нужные лицензии на VIM. И второе, если, например, планируется этот заказчик расширять, вы всегда можете отстроиться от конкурентов, указать в ТЗ, что требования поддержки VIM. Только E-Link поддерживает виртуальный интегратор. Соответственно, другие конкуренты-производители уже не смогут войти в ваш проект. В этом году не зря значок New стоит на VIM. В третьем квартале этого года VIM обновился. И немного позже я вам об этом расскажу. Что изменилось? Увеличилось количество устройств, которые может управлять VIM. Это было 2500. Сейчас это 5000 трубок, 5000 SIP-аккаунтов и 5000 параллельных звонков поддерживает. И баз можно развернуть до 1200 баз. То есть даже огромное предприятие, там, до 10 кластеров, там, какую-то сеть предприятий можно развернуть на одном виртуальном интеграторе. Это очень удобно и, как говорю, позволяет вам защищать ваш проект. Также, кто еще не зарегистрировался в B2B IBMatic, призываем этом делать. Например, тот же взять тестовую лицензию для VIM, показать заказчику, развернуть бесплатно. Вы можете в пару кликов в своем личном кабинете нажать «Взять оборудование в тест», указать, что вам требуется VIM. Тестовая лицензия вам предоставляется на 1200 баз, то есть сразу максимальное количество устройств и действует в течение 60 дней. Само ПО, дистрибутив вы запрашиваете в технической поддержке IPMatic, и мы вам предоставим. Файл с лицензией, с тестовой лицензией вам присылается на e-mail. Также несколько слов хотел сказать о мини-микросотовой системе. Чтобы обеспечить беспроводную связь в небольших помещениях, и сотрудники всегда мобильные, например, в каких-то магазинах, в офисных центрах, складские комплексы, в отелях востребовано, в авторитейле есть такая потребность, чтобы всегда сотрудник был на связи с бесшовным хендовером и роувингом, мы предлагаем мини-микросотовую систему W75. Поддерживает максимально, как я уже сказал, 20 трубок, 20 SIP-аккаунтов и 20 одновременных вызовов на систему. Одна базовая станция поддерживает 8 вызовов на систему. Также, конечно же, есть и горячее резервирование тоже. Можно подключать три сценария. Первый – это одна база, которая 8 вызовов и 20 трубок поддерживает. Второй сценарий, например, компании, которые хотят расширяться, могут купить сначала одну базовую станцию, в дальнейшем при расширении, например, не хватает количества одновременных вызовов, нужно 16, докупать вторую базу. Или третий сценарий – увеличивается площадь помещения, больше нужно покрытия, где должен быть бесшовный хендовер. Мы предлагаем третью – докупить систему базовой станции плюс интегрированный дек-менеджер. Визуально я вам могу показать, коллеги. Как вы видите, дек-менеджер – это интегрированное устройство. Оно продается в комплекте. Сразу дек-менеджер и база удобно скрепляется. Есть фиксатор, который не дает раскрепиться. Ну и, конечно же, кронштейн установки на стену тоже есть. Коллеги, когда рассказывал про белый телефон, извините, вам не показал. Очень вживую выглядит стильно, красивые, всем нам привычные Т3 линейка, функционал и доступность по цене. Про оконечное устройство. Это, конечно же, новая трубка W71H с монохромным 1.8 дисплеем, очень четко читаемый, с подсветкой. Все фирменные технологии шумоподавления E-Link, звук HD, мощный аккумулятор до 30 часов в режиме разговора поддерживает. И доступная цена $80 с уходящим Panasonic, который ушел с рынка России. Есть потребность в бюджетной трубке. E-Link поддерживает и выпускает доступную трубку WH71. Выпускается в двух вариантах. Отдельно трубка и в комплекте с базой W70B. Также выходит новый телефон с поддержкой Bluetooth и вызова. Тот же самый классический W73, к которому все привыкли. Но есть потребность для офисных пространств, для шумных сред иметь вызов, чтобы не пропустить вызов, и, конечно же, Bluetooth 5.1, энергосберегающий Bluetooth для подключения гарнитуры для сотрудников, которым нужны свободные руки. Также мощный аккумулятор и до 24 часов в режиме разговора поддерживает. Также есть функция, как во всех устройствах, быстрой зарядки, то есть даже если полностью разряжено,
достаточно 10 минут на зарядке, это хватит на 2 часа непрерывного разговора. То есть каждый телефон E-Link крепится в комплекте, такая красивая прищепка для крепления на ремне. Коллеги, на данном слайде вы видите многообразие ассортимента DECT-трубок E-Link, который предлагает, то есть от бюджетных за $80 до премиальных $160 WH78, 2,4 дюйма, цветной экран, Bluetooth, вибровызов, все системы шумоподавления, улучшения звука там присутствуют. И, конечно же, как я говорил, это защищенные трубки. Есть кнопка «Аларм», тревожная кнопка, по нажатию срабатывает оповещение. И есть в 67-й гироскоп, который помогает при наступлении событий сделать оповещение. Это резкое ускорение, это падение с высоты. И второе, это в течение 20 минут не двигается трубка, также идет оповещение. Это востребовано для сложных производств, где есть риски пострадать человеку. На данном слайде, коллеги, вы видите, что E-Link делает полную совместимость. Даже новые микросотовые системы поддерживают старые трубки, например, W53H, который уже более 3 лет снят с производства. Поэтому, если у вашего заказчика есть старые DECT-трубки, он хочет развернуть микросотовую систему, без проблем могут оставить свои системы трубки W53. Возможно, потребуется обновить прошивку, но они будут работать и сэкономят бюджет заказчика. Также мы видим потребность рынка в Wi-Fi телефонах, Wi-Fi трубках. Также мы понимаем, что Wi-Fi должен быть стандарта 6, чтобы быть стабильную связь поддерживать. Поэтому E-Link выпускает в этом году новый Wi-Fi телефон AX83H. В 4-м квартале, в декабре, мы надеемся привести этот новый телефон уже в Россию. 4 SIP-аккаунта, 5-сторонняя конференция, все технологии улучшения звука, шумоподавления, вибровызов, Bluetooth, все на борту. И очень мощный аккумулятор 2000 дает возможность до 200 часов в режиме ожидания работы трубки. Это очень немало, согласитесь со мной. Пару слов о гарантии. На все DECT-устройства и Wi-Fi трубки, Wi-Fi телефона E-Link гарантия стандартная 18 месяцев, за исключением блоков питания и аккумуляторных батарей. На аккумуляторной батарее гарантия ограничена 6 месяцев. Всегда будут на складе в достаточном количестве. Как всегда, локализация от IP-матики, русские буквы на клавиатуре, записная книжка на русском, работает локальная коробка, все на русском, инструкция, прошивка, все будет работать. Все новинки DECT, о которых мы рассказали, уже наличие, вы можете покупать. Про W71 я немного позже вам более подробно расскажу, на каких специальных условиях вы сможете ее купить. Ну и, как я сказал, AX83 ожидаем в декабре этого года успеть в этом сезоне уже предлагать вашим заказчикам. Ну и проектная политика в рамках стандартной политики, но не забывайте, что любая микросотовая система требует регистрации проекта, в том числе и W75 минимум 500. И, как говорила Зоя, почему E-Link? Я хочу расширить ее высказывание, почему E-Link считает IP-матика. Это, конечно же, как мы рассказали, широкий ассортимент конечного оборудования, который любые задачи может закрывать. Это, конечно же, проектная политика, которую рассказала Зоя. Это конкурентная цена. E-Link всегда следит за ценой конкурентов и проводит акции снижения цены, если видит, что наш продукт более дорог. Это, конечно же, высокотехнологичная компания E-Link, которую рассказала Зоя. Это все передовые акустические технологии, HD-звук, опус, системы шумоподавления и так далее. Это, конечно, в первую очередь надежность и высокая производительность. Многие наши партнеры говорят, что E-Link это как автомат Калашникова. Если ты не хочешь проблем заказчиков, установил и забыл, ставь всегда E-Link. Как мы уже рассказали, это адаптация под российский рынок, возможно, локализация под ваш логотип, это русские буквы, русские инструкции и так далее. Ну и доступность всегда в наличии на складе IP-матики. Есть в большом количестве. И, как сказал Зоя, несмотря на санкции, несмотря на экономическую ситуацию в мире, E-Link не останавливает отгрузки в Россию и не будет останавливать стабильно. Поэтому E-Link – это стабильные поставки, всегда можно на E-Link положиться. Да, коллеги, E-Link – это ваш путь к исключительным коммуникациям. Спасибо, что вы с нами. Мы очень рады, что вы посетили наш вебинар. Я надеюсь, вам было очень интересно, получили новую информацию. Всем спасибо. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Если будут вопросы, вы всегда можете задать нашу техподдержку, можете напрямую задать мне или Зое, или обратиться к своему менеджеру, он ваш вопрос передаст мне или Зое, если будут вопросы к нам. Спасибо большое, всем хорошего дня и плодотворного окончания рабочей недели.